Друзья, приветствую. Бывает периодически, что хочется в одной композиции одновременно сыграть элемент боя и в тот же момент, чтобы во время боя звучала нота из мелодии. И тут возникает вопрос, как это воплотить. Я сейчас покажу вам один из вариантов, которым сам пользуюсь во время игры на гитаре, и надеюсь, что он пригодится вам, и вы сможете его использовать во время вашей практики. Для начала возьмем парочку отрывков из произведений, я наиграю, и потом чуть детально объясню, каким образом сам играю бой одновременно с мелодией. Ну, возьмем, например, песню «Зима». Вы обратили внимание, да, что у нас получается на сильную долю. Просто я играю, обычно щипаю палец на себя. Вот. А на относительно сильную долю у нас получается как бы удар от себя. И вы обратили внимание уже, да, что я пальцами щипаю струны в обратном направлении. У нас получается... И у нас, вот видите, одновременно бой и в то же время щипок пальцами, вот, ногтями от себя, и извлекаем мы звук. Ну, еще один пример. То же самое, та-та-та-та, видите? Вот, так что используйте вот этот прием в своей игре на гитаре, и тем самым вы одновременно создаете ритмический рисунок, ударяя по струнам, вот этот вот элемент боя присутствует, и в то же время у вас мелодия звучит. Но здесь нужно немножечко попрактиковаться, чтобы щипнуть именно нужную струну, первую, или, соответственно, вторую, или третью. Это все происходит качественно только от репетиции и от занятий. Так что применяйте его в своей практике. Спасибо, что досмотрели это видео. Если этот совет вам показался важным и полезным, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и делитесь этим видео в социальных сетях. И еще ставьте колокольчик, чтобы всегда быть в курсе, когда появляются новые видео на канале. Пока!